Всем привет! Мы уже ранее говорили, что у нас самая лучшая в мире работа. И наша лучшая в мире работа состоит из того, что мы ездим по всему миру, путешествуем уже в 13-ю страну и собираем отели. Те отели, в которые потом вы приезжаете и отдыхаете. Поэтому, чтобы ваш отдых был безопасный, максимально комфортный, мы не только вам делаем лучшие отели, но и показываем обзоры. Не так ли, Роман? Сегодня мы отправляемся на самый большой пляж в Европе. Протяженность этого пляжа более 6 километров. И мы его пройдем от точки А в точку Б. Все 6 километров мы будем ходить и тестировать кухню, развлечения, дно, прозрак, песок, абсолютно все. И вы получите полный обзор пляжа города Бенидорм. На самом краю пляжа, он находится за моей спиной, и если уж верить всем путеводителям, то длина пляжа 6 километров. Мы начинаем свой отчет именно с этой части. Значит, нам уже удалось залезть в воду. Значит, что мы здесь видим? Здесь ребята катаются на водных лыжах, поэтому это не та зона, где вы можете хорошо искупаться. Во-первых, у вас есть ограничения, то есть вы в море не можете входить больше, чем на 50 метров. А если вы пойдете 50 метров, то глубина там будет, ну, примерно 50 сантиметров, 50-80. То есть, чем этот пляж хорош? Этот пляж, наверное, хорош для детей. Во-первых, здесь можно смело отпускать детей, они никуда не утонут. Метров 50 они устанут просто идти. Волна большая, она буквально их будет накрывать и отгонять обратно к берегу, мне так показалось. И здесь очень много крабиков и очень много рыбы, цветной рыбы. То есть дети здесь наблюдают за цветной рыбой и ловят крабиков. Так что вот это то место, где вы можете удачно прийти сюда с семьей. И когда вы планируете, соответственно, отдых на пляже, то самый крайний отдых, он чем удобен? Удобен тем, что здесь будут ваши дети в безопасности, и отсюда начинается большинство водных экскурсий. То есть за моей спиной можно видеть парковочный кораблик, и они предлагают порядка 4 маршрутов, там, на остров пиратов, на остров Лилии, дайвинг, ну и так далее. То есть здесь место с семьей и для того, чтобы попутешествовать. Это самый край острова. Так, чем еще интересна эта часть Бенидорма? Смотрите, здесь вот такого рода виллы, это как бы не антураж, это не жилые виллы, это старый Бенидорм. То есть, если посмотрим за мной, то тут огромные небоскребы с кучей туристов. Но остались вот такие небольшие виллочки, где мы можем посмотреть, как жили сами испанцы раньше. То есть, они такие как бы заброшенные. Почему, не могу понять. Ну, вот такие вот виллы, где можно зайти во двор и пофоткаться. Такие мексиканские как бы пейзажики, ну, испанские, конечно же. Вот. И это интересно, когда в новом городе сохранили кусочек старины. Такая этнодеревня под открытым небом. Итак, аккурат пляжу находятся многочисленные кафе. Я даже не буду их считать, ну, примерно на вскидку 5000. Здесь нет такой кухни, которую бы вы хотели бы, и здесь ее не получите. Абсолютно все кухни мира здесь существуют. И поскольку здесь есть разделение голландские, бельгийские, французские, немецкие секторы, то вы можете прийти в определенный сектор и поесть определенную кухню. Например, здесь есть шикарный выбор бельгийских пива и вин, и, соответственно, бельгийской кухни. Например, есть нидерландская кухня, а немецкая кухня. То есть, соответственно, и повара там из Германии, и кухня то, что надо. Сколько стоит здесь покушать? Цена абсолютно разная. И по моим вот прикидкам, если вы хотите перекусить, это 5-7 евро.
Если вы хотите плотненько, хорошо покушать, это где-то 10-15 евро. Если вы хотите устроить праздник живота, где все включено, как в Турции, есть такие места, они стоят тоже от 12 примерно до 15 евро. Разумеется, есть шикарные рестораны, где у вас будет счет 30-50 евро, это тоже присутствует. Но что интересно, здесь на любой вкус есть. И за 5 евро перекусить, и за 50 евро. То есть с этим париться не надо, достаточно пройти 10 метров, и вы найдете все, зачем сюда приехали. Это точно плюс. Итак, мы движемся от нуля и пройдем все 6 километров этого пляжа и покажем его. Надо сказать, что он не такой красивый, как в Аликанте, хотя все 6 километров устелены абсолютно белым мрамором. Ну, это забавно, потому что стоимость в моей стране квадратного метра мрамора варьируется от 20 до 50 евро. И устелить 6 километров мрамором, это, конечно, зачетно. Ощущения приятные, когда идешь по такой набережной. Но она не такая красивая, как в Аликанте. Итак, двигаемся, гуляем и смотрим. Приятно смотреть на небоскребы, которые здесь находятся. Как бы каждый небоскреб как бы показывает, какой стране он принадлежит. Это либо там голландский вид отделки, либо французский, либо немецкий. Вот сейчас покажу вариант. Вот за моей спиной, например, французский вариант. Ихний арт-деко. Вот, этот небоскреб, разумеется, красавчик голландский. Именно их традиционные потолочки можем видеть. Очень прикольно. А за ним немцы, как обычно, их немецкая скромность. А, то есть здесь можно гулять по этой улице, все 6 километров, разные кухни, разные виды зданий и разные люди. И хамоватые американцы, наглые голландцы вместе с англичанами, которые приехали сюда на мальчишник. То есть мы уже находимся примерно на серединке, это от края примерно 2-3 километр. Здесь надо быть интереснее, потому что тут место такое не интереснее, а осторожно. Здесь надо быть осторожнее, потому что если вы приехали с детьми, ну, можно сюда не суваться, это точно. Если вы приехали сюда на тусовку, и вам нужно какое-то отвязное пати, я думаю, сюда есть смысл забуриться, потому что здесь самые безбашенные вечеринки, это 100%. Вот, а если с детьми, то вам надо либо крайне лево, либо крайне право брать. Разумеется, пляж пляжем, а если вы сворачиваете чуть в сторону от моря, попадаете вот на такого рода торговые улочки. И здесь, если у нас 6 километров кафе, то сюда в длину где-то примерно по километру такие же самые кафе и такие же самые лавки для сувениров. Разумеется, если смотреть по ценам, то идете вглубь, там процентов на 20-30 все будет дешевле. Береговой линии, в линии пляжа все кафе и магазинчики, они, конечно же, будут чуть-чуть дороже. Но надо сказать, что средний сувенир, который здесь подобран, это где-то в районе 6 евро. То есть все, что вам нужно, это там магнит, открытки, крем для загара, маечки, плавочки, шапочки, все что угодно. Это все варьируется примерно 6 евро. Ну, максимальная сумма, там, пускай 15 евро за какую-либо штучку. Здесь нету бутиковой зоны, где все стоит бешеных денег. И здесь так все в рамках приличия. Но когда мы заходим в старый город, то есть мы уже прошли беговую линию и заходим в старый город. Тут, конечно же, встречаются и бутики, и уже такое отношение, как в любом мегаполисе в жизни. То есть уже вещи поприличнее, магазины посолиднее. Но в целом такой бурлящий, не спящий город. Чего тут только нет. Иногда бывает так, что погода как бы не сопутствует тому, чтобы валяться на пляже и загорать. А чем интересна вот английская часть, вот, например, вот этими необычными улочками. То есть, предположим, вы на пляже полежали 2 часа, и вам хочется какого-то драйва. Здесь есть старый город, и улочки этого старого города, они очень шикарные. Каким образом? Тем, что, например, часть здания здесь выложена из ракушки, прямо из настоящих ракушек, часть из камешков, часть еще обыграна в каком-то там вьетнамском стиле. В общем, довольно прикольно. То есть полежали 2 часа, здесь есть чем заняться. Погулять по старому городу. Есть смысл. Сейчас мы заскочили в местную кофеюшку, которых здесь несколько тысяч. Я вам покажу. Это, кстати, не самый дешевый вариант, где можно покушать. Но мы выбрали вот такое второе.
здесь такие увесистые, три куска курицы, картошка и салат с пивом. Мне это обошлось здесь всего-навсего 5 евро. То есть, если посмотрим на эту тарелку и мои плечи, то не должен догадаться, что это где-то сантиметров 50. То есть, вполне шикарно можно подкрепиться за 5 евро. Это в любом пляжном кафе. На соседней с пляжем улице, ну, например, через две параллельно, настоящий английский сектор, вот, скажем так, весь рассадник, любое осиное гнездо разврата, все находится здесь. То есть надо дать должное англичанам, они могут из нормального, чистого, красивого города сделать помойку. У них это отлично получается. Здесь очень шумно, очень грязно. И здесь, ну, героин, кокаин, травка. И я думаю, что здесь и проституция процветает, безусловно. Потому что здесь большое количество стрип-баров. Ну, то есть, где девчонки на шестах танцуют, целая улица. Вот, из спокойного городка они сделали такой Вегас. Вот, и... В принципе, да, неплохое место, как в Амстердаме, скажем, приехать на мальчишничек, нет проблем, но, в общем, на любителя. Так, отдельно стоит поговорить о пляже, который называется The Mall Pass, пляж, который находится у мола, и выглядит он примерно вот таким образом. Количество пальм, искусственная скала, шезлонги и необычайно лазурный цвет воды. Ну, это не только отличное место для какого-то релакса, а здесь можно подняться на высоту эту и отличить, чем отличаются пляжи. То есть, если мы посмотрим сейчас за моей спиной, то английско-голландский сектор, все пляжи забиты. Это говорит о том, что это пляжи индивидуально тусовочные. Все, которые люди приезжают для того, чтобы оторваться, они идут в английский сектор. А тот сектор... Ну, он больше испанский, может, даже где-то русский. Он больше для семейного отдыха. То есть там нету никакой отвязной тусовки, и там все идеально и спокойно. То есть вся ночная жизнь происходит за молом. До мола жизни нет. Там есть просто семья и релакс. Здесь играет интересная такая испанская музыка. И с этой точки наиболее лучше видно Лилию, остров дайверов. Довольно прикольная штука, мы его тоже посетим, посмотрим, что на нем хорошего. Вот. Но, короче, антураж английской части, он, конечно же, более красивый. То есть они себе выбрали хорошее место, но засрали его такими тусовками. То есть там есть стрип-клубы, стриптиз, проститутки, наркотики и безбашенные тусовки. Если вы приехали с детьми и семьей, то выбирайте ту часть, которая больше к локалу относится. Там гораздо спокойнее и, ну, гораздо комфортнее, скажем, если вы семейный человек, скажем так. Так, а сейчас то же самое смотрим на этом пляже. Так, а сейчас мы находимся на неанглийской части этого пляжа и смотрим, как выглядит он. То есть, другими словами, не английская часть острова, она наиболее продолжительная, то есть она очень длиннее, чем английская. И ввиду того, что он длиннее, его заполнить гораздо сложнее. И тут нету небоскребов, то есть скученность населения гораздо меньше, и поэтому пляжи гораздо просторнее. Так, теперь мы вышли из английского сектора, и что мы здесь видим? То, что я и говорил. Значит, вокруг нас изобилие пальм, зелени, детские площадки и полупустые пляжи. Но на всех пляжах есть футбольные ворота, сетки и, ну, всякие приспособления для того, чтобы заниматься спортом. То есть здесь нету никакого, ну, по крайней мере, нету в таком изобилии там наркотиков, проституток и алкоголя. А вот, и никакого намека даже на разврат. То есть если в английскую часть я постеснялся бы с детьми идти,
то здесь им самое место, потому что не проходит и метра, когда я не вижу какой-либо снаряд для занятия спортом, детскую горку, изобилие пальм, голубей, всякой живности, все что угодно. То есть, другими словами, здесь есть молл, который разделяет две жизни. Первое – это семейная, релакс и комфорт, и второе – это для безбашенных тусовок. Соответственно, куда бы вы ни пошли, лежак стоит 4,5 евро, можно не платить, пляжи здесь бесплатные, вот, но место спокойнее и больше на неанглийской части. То же самое касается и кухни в неанглийской зоне. Как только вы пересекли ее, здесь сразу идут паэлии, здесь сразу идут печенки, конфетки, все, что надо деткам. Как только забрались в английскую зону, стейки, бухло и все совкусывающее. А здесь довольно так миленько, цивильненько, народу меньше. Поэтому, что интересно, здесь каждый может выбрать образ жизни, который ему нужен. А большое количество здесь гей-клубов, гей-баров и вообще вот ребят с неправильной ориентацией. Их тоже нету там, где есть семейные пляжи, семейные районы. А вот в английском секторе, там, по-моему, каждый второй бар или клуб примерно вот такой направленности. То есть, опять же, все, что нужно для безбашенных тусовок. Вот, поэтому зону комфорта здесь есть возможность выбрать. И каждый, соответственно, выбирает, ну, по своему кошельку и по своим убеждениям. Вот сейчас мы уже совсем спустились до практически конца пляжа. Нам остается, сейчас скажу, метров, по-моему, нет, вру. До конца пляжа мне остается примерно километр. Вот, и это уже будет Лакала. Самый тихий, самый безлюдный пляж – это Лакала. То есть, если вы хотите уединения и романтики, ну, например, со второй своей половинкой, то там есть интересные башни исторические, интересные горки. То есть, лазя по этим горкам и загорая на этом пляже, вы будете там практически в гордом одиночестве. Есть еще такая фишка. Не был там, но говорят, что за Лакала еще существует один пляж, который для нудистов. Вообще-то все здесь топлес загорают, это как бы считается нормой. Но там есть конкретно пляж для нудистов, где люди полностью загорают голые. Что касаемо, если вы собираетесь на эти пляжи, что, опять же, не лишнее вам будет знать. Значит, не забывайте, что везде в Европе нету такого разделения мужчины и женщины, как бы. С этим все тщательно борются. И большинство бань, саун, они совместные, то есть все семьями ходят, голенькие мамы и папы, и женщины, и мужчины. Поэтому у них нет таких стеснений. И когда они приходят на пляж, они просто на пляже раздеваются и переодеваются. И это никого не смущает. На 6 километрах вы не найдете ни одной пляжной переодевалки. Вот это важно. Поэтому если вы с менталитетом русского человека, то вы либо купальничек дома надеваете, либо тогда уже как-то придется смириться с тем, что у них это норма. То есть, придя на пляж, вы раздеваетесь, ну так, в рамках приличия догола. И потом одеваете на себя купальный костюм, и когда покупали, точно так же меняетесь. А примерно каждая вторая дама здесь загорает топлес. Это считается абсолютно нормальным. Независимо от возраста, 70 лет, там, 15 или 30. Ну, вот такой прикол. Поначалу это, конечно, немножко шокирует, поначалу. А потом к этому привыкаешь и не обращаешь на это внимания совершенно. Итак, не... Viva Benidorm! Итак, это не голландский часть сектора. А она не отвязная, не тусовочная. Смотрим на пляж. В основном мамочки с детьми. И больше тут никого нет. Вот мы и подходим уже к Лакала. Лакала — это такой самый тихий пляжик. И что мы здесь видим? Здесь мы видим кучу детей, мамочек с колясками, с детьми, которые здесь. А здесь нету мраморной плитки, например, на полу. Но здесь есть разноцветные, желтенькие, синенькие, такие бетонные плиточки. И есть вот такие романтические островки. Сейчас покажу их. Вот такие вот они выглядят. То есть, ну, все напоминает романтику. То есть, если вы безумно любите свою семью, деток, вторую свою половинку, конечно, приезжайте сюда и тусуйтесь, и гуляйте. Есть для детей еще, не завели им.
вторую половинку не нашли, такое ведь иногда бывает. Но тогда дуйте в английскую зону, упивайтесь, ужирайтесь, угуливайтесь и ищите ее, наверное, там. А, потому что здесь, как можно видеть, вряд ли вы ее найдете. Вот. Ну, основные критерии по пляжам, пожалуй, и все. Осталось показать самый тихий пляж. А самым тихим пляжем пользуются либо люди, которые действительно хотят просто побыть вдвоем, ну, либо пенсионеры, уставшие уже от суеты, от жизни, и просто парочки такие с преклонным возрастом хотят просто посидеть и понаслаждаться вот этими вот последними годами жизни друг другом. Вот, для этого есть пляж Локала, и он действительно такой прикольный. Нравится он еще мне тем, что это сугубо русский пляж. То есть, когда вы хотите приехать и чувствовать себя в комфортной обстановке, я не имею в виду тех русских, которых мы видели в английской зоне. Иногда бывает стыдно говорить на русском языке после таких ребят. А это те, скажем так, русскоязычные ребята там из Питера, из Латвии, Эстонии, Литвы, Франции, Бельгии. То есть, ну, русскоязычная среда, которым не хватает русского общения, потому что они живут в России, но при этом являются, скажем так, русскоговорящими. И вот, поэтому для таких людей существует, вот, по моему мнению, пляж Локал. Вот, идем к нему. Остаются последние до него где-то метров 500. Выглядит это таким образом. Так, что интересно еще, на этих пляжах есть вот такие навесики, которые за моей спиной. Это в тот случай, когда где-то есть мамочки, например, с маленькими детьми, либо пенсионеры, которые не хотят уходить с пляжа. Здесь зонтиков не так много, вот, и эти навесики именно для них. Во-первых, они защищают от ветра, во-вторых, они делают такую зону затенения. И довольно миленько и практичненько выглядит. И так как можем видеть, этот пляж крайне пустынный, и здесь уже никого нету. А точнее, здесь вообще никогда никого нету. Может быть, потому что еще не совсем сезон туристический, а может быть, потому что это действительно семейный тихий пляж. Ну что же, ребят, пожалуй, стоит подвести итоги. Итак, если мы от пляжа Локала идем до мыса, который выпирает этот основной мыс, то что надо понимать? Весь пляж 6-километровый, он мелкозернистый песочек. Но когда мы входим в воду в английском секторе и до конца самого пляжа, там камень, довольно острый камень. И если туда прийти с детьми, то они могут пораниться. Это во-первых. Во-вторых, вы сами не сможете купаться. Вам надо идти порядка 150 метров до какой-то глубины, и по дороге вам будут попадаться острые рифы, кораллы и так далее. Это неприятно. Если от пляжа Локала до мыса, то весь пляж, как я говорил, уже мелкозернистый песок, такой же самый песок и в море. И получается, что он довольно комфортный для того, если кто-то хочет купаться. Однако, по моим наблюдениям, никто не заплывает выше 50 метров от береговой линии. Почему? Потому что волна очень большая. То есть ваша эта волна просто накрывает с головой, даже практически в штиле она все равно здесь большая. Прозрак для любителей дайва здесь довольно большой, он составляет порядка 6-7 метров. Вода идеально кристальная. Что касаемо напитков, значит, официально на пляже напитки распивать запрещено, курить запрещено. То есть надо куда-то отходить, чтобы покурить, и напитки с собой брать нельзя. Но, несмотря на это, никто вас ругать не будет за то, что вы возьмете с собой какой-то напиток не в стеклянной таре. В стеклянной таре это наказуемое деяние, не в стеклянной просто подойдет полицейский и попросит выкинуть его. А на пляже продают напитки в пластиковой таре, ходят ребята, это все нелегально, их гоняют, но они продают. Стоимость любого напитка, будь то сангрия, вино, кока-кола, 5 евро. На пляже также очень много работают девчонок и мальчишек из Таиланда, делают шикарные тайские массажи. Стоимость тайского массажа спина-ноги 10 евро, полностью массаж, стоит где-то 20 евро. Штука стоящая, потому что действительно делают очень классно, и он действительно профессиональный такой тайский массаж, ну, не пожалеете.
Больше, в принципе, ну, тратиться не на что. А если вы выйдете на пляж, то средняя стоимость обеда, ужина или завтрака 5-7 евро на человека. Максимально вы дадите 12 евро. Если вы просто вот на любое кафе на бум зайдете, то больше вы денег не дадите точно. Вся пища экологически чистая, все мясо вообще у них безумное, потому что у них нету никакой химии для разведения скота. У них абсолютно экологичные мясо. Почему они кормят их апельсинами, грубо говоря, там и грейпфруктами? Потому что травы как таковой в Испании нету. Это, пожалуй, все. Так что пляжи, они безопасные. Если вы пришли со своими напитками, они бесплатные. Пляж вам ничего не будет стоить. Максимально, сколько есть смысл с собой брать на день, это 20 евро. Это если вы уж хотите быть транжиры и тратиться на все. Но, как я и сказал, они абсолютно бесплатные. И можно прийти со своей какой-то едой, легким напитком и ничего не платить. Итак, на этом отдельно стоит поговорить о минусах. Они, конечно же, есть. Их не так много, но тем не менее. На 6 километров пляжа, вдумайтесь только, стоит только один туалет в самом конце. Для чего это сделано? Коммерция. Вы захотите в туалет, вам придется идти в бар. В баре не получите ключ в туалет, пока не купите какой-то напиток. Средняя стоимость напитка 1,5 евро, 2 евро в баре. Второй момент. На протяжении 6 километров вы не найдете ни одной кабинки для переодевания. Все дело в том, что европейцы ходят в общие бани и совершенно не смущаются голых тел. Они загорают голые, и, соответственно, какой смысл нужны эти кабинки? Они приходят и прямо на пляже на ваших глазах переодеваются, касается мужчин и женщин. Если по вашему менталитету это некомфортно, значит, у вас два выбора. Либо уже переодеться в отеле и прийти сюда такими, либо уже не стесняться и быть как все, переодеваться прямо прилюдно. Я думаю, что из минусов это, пожалуй, все. Да, думаю, что, наверное, все. А также скажу, что за всю неделю отдыха нашего на пляже мы не заметили ни одного пьяного человека. Ни одного пьяного. Ни русского, ни итальянца, ни немца, никого. Вот это огромные плюсы, что ты не видишь людей, распивающих алкогольные напитки на пляже, а весь алкоголь, который продается, он до 7 градусов. Это сангрия. Или пиво 5 градусов. И поэтому увидеть нетрезвого человека на пляже нереально. Обзор пляжей Бенидорма закончен. Надеюсь, он был полезен. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. И до новых приключений. Пока!